Чашечка чая, свечи, книги и музыка. Столовая областного УВД на один вечер превратилась в литературную гостиную. Талантливые сотрудники полиции и курские поэты собрались здесь, чтобы почитать стихотворения собственного сочинения и признанных мастеров. Чтобы они могли пообщаться в неформальной обстановке, за чаем, за приятной беседой, обсудить современные темы современной поэзии, животрепещущие, чтобы поделиться творчеством, впечатлением. Ирина Никанова в ряды правоохранительных структур вступила 10 лет назад. Говорит, сменить профессию и надеть погоны сподвигло ДТП, свидетелем которого она стала. Я поразилась такой точности, быстроте, смекалке, каким образом устанавливали все обстоятельства места происшествия при дорожно-транспортном происшествии, которым я принимала участие в качестве свидетеля. И я увидела, насколько быстро люди сориентировались по ситуации, как, кто прав, кто виноват. И мне самой захотелось уметь так же. А вот лирика в душе Ирины поселилась еще в школьные годы. О любви и природе, о трудностях службы и социальных проблемах. Тематика ее стихотворений разнообразна. Сегодня она готова поделиться своим творчеством с коллегами и гостями вечера. Еще смотрю в твои глаза, еще твои сжимаю руки, но где-то рядом тень разлуки, невольно просится слеза. А еще литературно-музыкальный вечер – хорошая возможность поучиться у профессионалов. Профессиональный совет каждому любителю поэзии, тем более человеку пишущему, это любить жизнь. Отсюда все проистекает от неравнодушия, от любви. Неравнодушие – одно из главных качеств для настоящего сотрудника полиции. Юлия Абрамова, Андрей Дегтярев, телеканал «Семь».